Всем привет, меня зовут Бурчак Никита, и я предприниматель. На самом деле нет, пока нет. Но давайте обо всем по порядку. Я, как и многие из вас, офисный сотрудник, только я уже в прошлом. И работал я в той компании, в которой мечты сбываются. Ведь все-таки это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас. Мне понадобилось 10 лет, чтобы понять, что мои мечты на самом деле лежат в совсем другой плоскости. Помимо работы, я еще занимался видеопродакшеном, это были смешные единоборства, это была автомобильная тематика, это была свадьба, реклама и многое другое. Это увлечение помогло мне выступить по правилам ММА с тем человеком, который у нас сейчас свой YouTube-канал. Все это время были мысли открыть свое дело, но это... дальше мысли это не уходило, и пришло время действовать. Just do it! Yes, you can! Начать свой путь предпринимателя я решил с достаточно банального бизнеса, это кофе с собой. Чтобы не ломать много дров, я решил обратиться к профессионалам, и в этом мне поможет Московская школа бариста, в которую мы сейчас и отправимся. Погнали! Ром, привет! Здорово! Спасибо большое, что согласился мне помочь. Я рад, что ты не испугался и пришел к нам. Я тебе могу показать то место, где ты будешь проходить обучение. Это наша школа бариста плюс кофейня. Мы не зря сделали такой подход. Мы объединили сразу два направления для того, чтобы будущие владельцы кофейни помогли посмотреть все процессы изнутри. Это бар. Я, кстати, долгое время работал сам бариста, и с точки зрения оборудования бара я подхожу максимально тщательно. Пойдем покажем. Обратите внимание, у нас две кофемашины. На одной мы проводим обучение, на другой мы готовим кофе для гостей, для того, чтобы разделить потоки. Значит, здесь у нас суперкрутые профессиональные кофемолки. Там у нас комплект для начинающих бариста. Довольно-таки простая, но самая лучшая из бюджетных линей кофемолок. Здесь сердце нашей кофейни. Здесь система водоподготовки. У нас система с очисткой воды и система обратного осмоса. Собственно, вот она, рабочая зона бариста. Молоко, сливки. Те, кто приходит к тебе на курс, они в основном как бы для себя, для того, чтобы открыть кофейню, или все-таки для того, чтобы реально пойти работать бариста? Есть категория людей, которые хотят разобраться в продукте. Почему я хожу в кофейню, и в одной и той же кофейне мне могут сделать как вкусно, так и нет. То есть они хотят найти для себя ответы, какой кофе выбрать, и, соответственно, брать домой и готовить его дома. Есть категория ребят, которые приходят научиться готовить кофе, устроиться куда-нибудь в кофейню. И есть третья категория, которые хотят освоить процессы приготовления кофе с точки зрения бариста, чтобы бариста не наил. Если ты хочешь открыть кофейню, нанять крутого бариста, ты должен сам побывать в роли бариста. Вот и все, все очень просто. Мы тебе покажем, что бариста должен уметь делать, как он это должен делать. Как получить отличный результат? По кофе, наверное, чуть попозже. Я, наверное, больше про бизнес. Какие мне надо делать шаги, какие шаги делать не надо и вообще с чего начать? Слушай, я познакомлю тебя с Федором. Федор мой партнер по школе, и мы тебе поэтапно расскажем, что ты должен делать при открытии своего бизнеса. А уже после него мы с тобой углубимся в процессе приготовления кофе. Привет, меня зовут Федор, у меня своя сеть небольших кофеен Color Coffee. Работаю с 2015 года, эти кофейни работают с 2015, так я работаю в сфере гостеприимства уже более 10 лет. Начинал с менеджера и до своих кофеен работал управляющим в сети кафе. Я прошел весь путь с нуля, открывал свое ИП тогда, когда это было сложнее сделать. Вот, и в принципе знаю все проблемы, которые встречаются на пути начинающего предпринимателя. Поэтому сейчас я хочу делиться своим опытом и рассказывать другим, как это делать. Может быть, развеешь какие-то там стереотипы, сколько надо денег, насколько это вообще рентабельно, есть ли смысл туда лезть? Сейчас действительно есть тренд на открытие небольших кофеен. Даже в каких-то журналах, РБК или что-то такие, выходили статьи. Почему это самое модное, потому что это действительно самый дешевый, наверное, вид бизнеса, с которого можно начинать. Вход, наверное, от 500 000 рублей. Когда я начинал в 2015 году, было, конечно, куда меньше кофеен. Сейчас рынок насыщается, очень много франшизных проектов. Вот, и входить
в этот бизнес стало чуть сложнее. Но если организовать все правильно, то, в принципе, бизнес может быть успешным. Надо также отметить, что 9 из 10 примерно заведений общественного питания, они закрываются в течение одного года. Это связано с большими арендами, некорректным управлением, неправильные расчетами, неправильный выбор целевой аудитории открылись для богатых, скажем так, для платежеспособной публики не в том районе, и публика не пошла. В общем, много на самом деле нюансов. А кофейня – это один из самых простых бизнесов в сфере гостеприимства. Поэтому все, в принципе, туда, вот, молодые предприниматели хотят идти. Самое главное – определиться для себя, какую ты хочешь открыть кофейню, то есть визуализировать ее в своей голове. Мы не говорим про бренд. Ну, бренд – это нечто, это совокупность, то есть это репутация, это некие процессы, да, это то, на что люди идут. То есть, там, например, продукция Apple – это уже бренд, там, Starbucks – это уже бренд. Вот. А мы говорим просто про красивую картинку, да, название кофейни, которое вот предприниматель видит у себя в голове. Далее самое начальное – это выбор правовой формы – открыть либо ИП, либо ООО. Если предприниматель один, проще всего, конечно, ИП. Во-первых, ИП, все, что заработал предприниматель индивидуально, это его деньги, то есть ты заработал, на следующий день они упали тебе на счет, ты ими можешь уже пользоваться. Вот. И меньше штрафы. Процесс оформления куда проще, чем если мы говорим про ООО. Также не обязательно вести бухгалтерию, поэтому, в принципе, индивидуальный предприниматель может действовать один, без, скажем так, офиса сопровождения. Сейчас процесс проводится онлайн, можно все сделать, не выходя, грубо говоря, из дома. Далее выбор банка, партнера, с которым ты будешь работать. Очень важно обратить внимание на то, что практически 50% продаж, если мы говорим про мои кофейни, проходит по безналичному расчету через эквайринг, то есть оплата картой. Поэтому обороты на счете будут, поэтому надо выбирать тот банк, с которым тебе просто будет удобно работать. Обратить надо внимание на наличие, естественно, мобильного приложения, чтобы не через компьютер, а через телефон можно было оплачивать, а также вывод средств. То есть, если говорить про мой опыт, я пришел на банк, у которого у меня есть карта физлица, на которую я перевожу деньги с счета ИП. Поэтому вот надо обратить на это внимание. Но, в принципе, все банки сейчас имеют современные решения для предпринимателя, и плюс-минус цена одна и та же. Далее, на что надо обратить внимание, конечно, это на место. 50% успеха вообще в бизнесе гостеприимства – это место. То есть место, место и место. Поэтому иногда я советую сразу, если уже у человека есть там ИП, идти искать место, помещение под аренду, и уже потом приходить и проектировать, и думать, продумать какие-то шаги дальше. Вот, допустим, я нашел место, у меня есть ИП. Я его сразу беру в аренду или прошу арендные каникулы, правильно понимаю? Надо учитывать, в каком состоянии это помещение, но в любом случае арендные каникулы – это большой плюс, поэтому просить их надо всегда, да, и желательно на несколько месяцев. На текущий момент. Образно. У меня сейчас нет ИП, но, допустим, у меня есть ИП, я нашел помещение. Я прихожу, мне говорят, да, пожалуйста, бери. Но у меня больше ничего нет. Как быстрее я смогу все это оформить? Если мы говорим про Москву, то открытие минимум – это один месяц. Это если мы открываем, например, остров в торговом центре или бизнес-центре. Производство мебели в Москве занимает по стандартным срокам 21 рабочий день. Поэтому, в принципе, за месяц можно открыться. Учитывая, что мы находимся в Москве, доставка любого оборудования происходит практически на следующий день. Минимальные партии отгрузок у поставщиков в Москве, они небольшие, поэтому без проблем можно заказать на небольшие суммы в кофейню, там, на 3-5 тысяч рублей, и тебе все привезут. Желательно минимум месяц выбивать. Да. Если мы говорим про остров, месяц, да, нам надо на то, чтобы собрать. Ну, вот, может быть, полмесяца, все зависит от обстоятельств. Если это ремонт, естественно, если помещение в бетоне, то минимум 2 месяца надо просить у арендодателя. Также надо учитывать, если это, например, находится в бизнес-центре новом или торговом центре новом, то надо учитывать, что заселяемость бизнес-центра или посещаемость торгового центра, она не сразу будет топовая, она будет наращиваться постепенно, поэтому надо говорить о прогрессивной арендной ставке, да, то есть 50% от договоренности или там 70%, и через какое-то время она повышается и доходит до определенного уровня.
Дальше, если мы говорим про торговый остров, в торговом центре, бизнес-центре, все, в принципе, просто. Мы заказываем мебель, делаем чертежи с учетом правильной расстановки рабочего пространства, оборудования, и оплачиваем стойку и ждем, пока она будет готова. Если мы говорим про помещение, то мы, конечно, вызываем дизайнера, строителей, делаем какие-то чертежи, делаем проект и начинаем ремонт. Конечно, с помещением это сложнее, и вход туда стоит не 500 000 рублей. 500 000 – это остров в торговом центре, бизнес-центре. Перед договором аренды надо, конечно, оценить помещение. Да? Нам подходит не любое помещение. Есть как бы два пути. Если, грубо говоря, ты собственник помещения, да, и оно у тебя есть, тебе повезло, то надо от помещения идти и создавать концепцию, то есть подбирать, под какую целевую аудиторию ты будешь работать, кто вокруг живет или работает. Например, это вуз, да, тогда мы будем говорить о так называемом формате fast coffee, да, то есть низкая стоимость, быстрая работа, не очень высокое качество, будем работать на большой оборот. Такие игроки как бы на рынке есть, да, все их знают. Если рядом офисные кварталы, платежеспособная аудитория, то мы можем работать в более дорогом сегменте, там средний чек от 150 рублей и выше. Ремонт, например, под формат fast coffee будет один, под более дорогой формат другой. А учитывая эти факторы, мы будем создавать дизайн и ремонт. Здравствуйте, вопрос. Скорее всего, 99% помещений сладких, они забраны. И если они появляются, они моментально расходятся. Как вообще можно влезть, вклиниться в этих гигантов, которые уже есть на рынке? В принципе, да, ситуация верная. Топовые сладкие места забирают крупные игроки, сетевики. Но можно искать либо, опять же, через риэлтора, но риэлтора найти хорошего, и получается, ты ему заплатишь хороший процент, либо искать такие варианты сотрудничества, как разделение аренды. То есть, например, открываться в салоне красоты, либо в банке, либо в салоне связи, как некоторые тоже известные игроки делают. Например, Коста Кофе открывает в салоне МТС. Кофикс открывается вместе с Теле2. Есть такая сеть кофеен, как «Бодрый день», по-моему, так они называются. И они открывались в аптеках «Горздрав». Несколько аптек я видел, где у них кофейни. То есть, получается, они открываются там, где уже есть поток клиентов, но... Да, разделение аренды. Все же понимают, что аренды в Москве, если мы говорим про Москву, они очень большие, да, и многие нерационально используют площадь. Поэтому предложить им партнерство, это выгодно для всех будет. Во-первых, ты создаешь определенный поток, который может тоже к ним перейти. Вот. Ну и, во-вторых, ты делишь их расходы по аренде. Ты сказал по поводу нерационального использования площади. Какая тогда минимальная или правильная полезная площадь должна быть вот у кофе с собой? У кофе с собой, я думаю, чем меньше, тем лучше. Есть история, где открывается на 2 квадратных метрах. Вот, но на мой взгляд, 6 метров это вполне достаточно. Вот больше и не надо. Ну, если мы говорим про продажи еще дополнительной продукции, такой как там еда, выпечка и так далее. Ну, просто должна быть витрина, где это все складывать. Но здесь надо понимать, что где-то недалеко у нас должен быть склад, в котором мы будем хранить молоко, стаканчики, кофе, ту же продукцию и так далее и тому подобное. То есть на этих 6 квадратных метрах ты не сможешь хранить? Это сложно, я бы так сказал. То есть, во-первых, надо соблюдать законодательство, там, условия хранения, там, 15 сантиметров от пола хотя бы. Все работают из того, что есть, поэтому иногда запихивают под, просто под завязочку, да, в свою маленькую точку и работают как есть. Я просто хотел связываться с приготовлением сэндвичей на самом месте. Мы в 6 метров влезем или не влезем? Я думаю, нет. По поводу вообще производства еды, я бы на самом деле забыл в такой кофейне, потому что обычно они открываются без водопровода, это значит уже не проходит по санитарным нормам. С нарушением правил. Насколько вообще можно образно нарушить эти правила? То есть ты, грубо говоря, нарушаешь и платишь штраф, или нарушаешь, и тебя там не заметили. В принципе, самый большой риск – это закрытие заведения, приостановление деятельности. Сейчас существует мораторий на проверку малого бизнеса. По-моему, он действует уже, продлили его до 2020 года. 3 года, по-моему, да? Да, но на тебя могут написать жалобу, и тогда обязаны отреагировать и прийти.
Но я вообще считаю, что производство еды надо взять на аутсорсинг и сделать так. Тем более в Москве это достаточно просто найти поставщика, чтобы еду тебе привозили. Во-первых, она уже сертифицирована, ты обязан только соблюдать сроки и условия хранения. То есть заморачиваться с сэндвичами на маленькой точке смысла нет? Я бы не стал. Во-первых, это связано еще с хранением продуктов. Вот здесь вот уже начинаются сложности. Потому что ты должен где-то это закупать, где-то это хранить. Это у тебя будет там списываться, не списываться. И в какой-то вот момент ты придешь к тому, что либо ты будешь давать некачественный продукт, либо у тебя будут большие списания. Поэтому производство я категорически против. Вот. Есть вариант выпечки замороженной продукции. Это не считается как бы приготовление, тут доготовка. Но это круассан, это классическое как бы, так, дополнение к кофейне. Сотрудники. В принципе, сотрудников надо искать тоже, учитывая тот сегмент, в котором ты работаешь. В Москве можно найти бариста, ставка от 150 рублей в час, но это новенькие, то есть их надо еще обучать. Обученные баристы уже стоят от 200 до 250 рублей. Я слышал такое мнение, что лучше набрать людей, самому их обучить, чем брать уже обученных. Две составляющие есть. Безусловно, многие стараются брать людей без большого опыта. Почему? Потому что дешевле. Дешевле раз, и люди некоторые недобросовестные. То есть, грубо говоря, они знают, как воровать. А вот люди, которые приходят без опыта работы, они воодушевлены, они хотят работать, они будут тебе благодарны, что ты их обучил. Часто это их первая работа, и они не думают о каких-то злых деяниях. Но ты должен их обучить, и обучить их качественно. Ну, если ты хочешь работать с качественным продуктом, то есть гостю отдавать качественный продукт, ты должен и производить качественное обучение, это раз, и потом далее контролировать это качество. То есть периодически устраивать аттестации, по каким-то критическим точкам смотреть, что происходит. Да, это тоже работа управления. После персонала, если уже у нас пришла мебель, мы сделали ремонт и так далее, и тому подобное, заказали оборудование, оно уже все пришло, так называемое тестовое открытие и адаптация персонала. Да, персонал может, если, например, у нас шла стройка, это наше первое кафе, обучался в каком-нибудь тренинг-центре. А тут он пришел в свою кофейню, обязательно надо адаптироваться, то есть там, во-первых, убраться там, следы ремонта убрать, а дальше адаптироваться к рабочему пространству, где у тебя лежит молоко, где у тебя лежат сиропы, где у тебя лежит кофе, чтобы во время работы не было никаких проблем, где что искать. Вот. Дальше адаптация прошла и происходит тестовое открытие. Обычно это какая-то а-ля тусовка для друзей, знакомых, может быть, для каких-то гостей. То есть выборочно они приходят, да, без помпезного открытия, заходят, вы им дарите какие-то подарки, продаете, может быть, там, с 50% скидкой, рассказываете, что у вас будет, и смотрите, какие у вас есть ошибки. Там, опять же, не там поставили кофемашину, например, или кассу надо передвинуть, или витрины как-то не так, или камеры не работают. Ну, какие-то... В общем, надо протестировать рабочий процесс. Да, да, протестировать рабочий процесс. Это стресс-тест. Конечно, когда происходит помпезное открытие, иногда поток гостей увеличивается, там все равно происходят какие-то мелкие косяки. Но, безусловно, тестовое открытие покажет какие-то моменты, которые надо дорабатывать. Вот. А дальше происходит открытие. Это обязательно, я советую, с какими-то скидками, няшками, вкусняшками. То есть гости просто расскажут, что мы здесь открылись, что будет у нас вот так вот. Да, приходите, покупайте и все в этом духе. А после этого начинаются, так скажем, серые будни. Да, кофейня начинает работать, и очень важно не опуститься в качестве. Потому что, я думаю, все заметили такое, что вот если ресторан открывается, да, и многие говорят, ну, он типа там 2 месяца работы, туда еще можно ходить. Да, дальше качество начинает падать. Вот очень... по многим продуктам. Даже, да, и очень важно вот не делать так, очень важно поддерживать это качество, постоянно контролировать, да, чтобы все было хорошо. Ты сказал, что 90% закрываются, да? Да. Каким образом попробовать удержать кофейню на плаву? То есть это акции, это какие-то, не знаю, коллаборации, что надо придумать? Скидки, там, напиток дня, напиток месяца? По моему мнению, не обязательно вводить скидки, если и так все идет хорошо. То есть скидки – это мероприятие, которое поднимает продажи, если у тебя они идут не очень. Например, введение Макдональдсом комбо-наборов – это говорит о том, что у них падение продаж, оно у них действительно есть. Поэтому, если у тебя кофейня стоит в хорошем месте, гости к тебе идут, например, это бизнес-центр, и там нет конкурентов, да, тебе нет необходимости проводить какие-то акции, давать скидки. Зачем?
А вот если у тебя открылся конкурент, или, не знаю, из бизнес-центра, опять же, например, кто-то съехал, или перекрыли дорогу и так далее, тебе надо как-то привлекать дополнительный поток гостей, тогда да, необходимо проводить мероприятия. Если мы говорим про там, помещение кофейни, например, можно устраивать какие-то там мероприятия для родителей с детьми, если это какой-то спальный район, или какие-то мероприятия, мастер-классы для творческих людей. Надо адаптироваться под аудиторию, смотреть, что происходит вокруг, и затягивать эту аудиторию к себе. В итоге мы визуализируем, открываем ИП, открываем счет и ищем помещение. Да. Правильно? За сколько я должен сделать, может быть, есть? Ну, здесь сроки? Не должен, здесь как получится. Как помещений получится. Действительно мало, либо они дорогие, либо они дешевые, они никому не нужны, поэтому это может занять долгое время. Сейчас, конечно, начало года, и некоторые закрылись, те, кто отрабатывали. В Москве аренда завышена, только крупные сетевики могут вытягивать завышенную аренду, потому что они вытягивают ее за счет других торговых точек. А индивидуальный предприниматель, то есть вот один человек без каких-то резервов это сделать не может. Поэтому к этому вопросу надо подходить очень аккуратно, обязательно все просчитывать и желательно в резерве иметь там на 2-3 месяца аренды еще в запасе. Потому что если вдруг не пойдет, ну не сразу, потому что раскручиваемость все равно она какая-то есть, там месяц-два она есть, поэтому надо иметь резервы. Так, ну я понял, все остальные пункты мы будем разбирать уже детально в других выпусках. А тебе большое спасибо. Да, спасибо. Ну что, вот такой получился первый выпуск. Пишите в комментариях все, что вы об этом думаете. Вообще, всей этой движухой я захотел разобраться сам и показать вам, насколько сложно в настоящее время начать свое дело. А я попытаюсь максимально подробно раскрыть все аспекты происходящего. Кстати, если вас что-то интересует, какие-то вопросы, пишите также в комментариях. А мы погнали дальше, будет только интереснее.